Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Крошка, Крошка, Ронакс, Фисташка. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Майнкрафт. Ее нашла Фисташка. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Всем привет. Все просили, чтобы мы записали прятки, поэтому если пьете, кушайте, приятного аппетита. Димас, я ж могу ТП-хаться. Я не могу ТП-хаться. Я так спрятался сильно, ты не найдешь. Ой, ой, я сейчас заплачу. Ой, Крошка. Сейчас, сейчас, вот я знаю одну тактику, как быстро всех находить. Я тебя вижу. О, тебя вижу, Димась. Так, подожди, а почему я тебя не вижу? А, я тебя тоже вижу. Я стекла могу лупашить со всей силы? Да. Ой, класс. Давай подсказку дам. Не надо, вы чё? Это ж разогревка. Я прицеливаюсь. Ты ж так заныкался, ты не найдёшь. Подсказка. Ты зря так думаешь. Сейчас будешь искать вместе со мной и посмотрим, какой ты умный у нас очень. Давай. Комедия, нет, а чума. Тут кто-то стал пауком. Так, приближаюсь. Вот, блин, говно, отдаляюсь. Не слышишь, как топает. Во-во-во-во-во, где-то здесь. Отлично, Фисташка, теперь ты ищешь со мной. Я вижу тебя. Так, подожди, почему я тебя не вижу? Я тоже вижу. Так, хорошо, наверное, это не тут. Надо заранее найти людей, чтобы, если что, убить. О, я вижу мертвого Фисташку. А что это делает? Фисташка, ты ищешь? Да. А где ты? Я тут ищу Морти. Я слышу куча выстрелов, но никого не могу найти. Это я делала. Я видел аниматроника. Ой, ой. Кто-то фонтаник купает. Так, книга. Ты на земле, да, или под землей запрятался? Не на земле и не под землей. Ах ты хитрый жук, ты опять на дереве вырос. Тебя в капусте нашли, я знаю. Во, мой любимый аниматроник, очень быстрый. Привет. Эй, привет, говорю. Ой, пока. Отлично. Ребята, у меня получилось, теперь нас трое. Мочим тут всех. Здесь так темно. Ты перестаешь дышать. Звуки на минимум. Я иду убивать. О, теперь это вообще не получится. Ой. Очково, когда стекла лопаются? Не. Такое. Не? Я хоть и аниматроник, но мне сыковано. Не сы, не сы. Я просто убийца стекол. Вот они, знаешь что, могут прятаться где-то в этих маленьких домиках. Шкериться. Могу тебе сказать, на дереве заныкаться, либо в лабиринте. Хорошо. А тут лабиринт есть? Да. Еще в подвале есть. Ой, а где же эти пацаны сидят? Ах ты, Морти! Так, хорошо. Давайте возьмем другого аниматроника. Давайте возьмем более бешеного аниматроника. Так, делаем перекличку. Пойдет? Кого мы не нашли? Меня. Нифига себе, во сколько она плодилась. Хорошо, я делаю одну очень классную вещь. Я спускаюсь в подземелье и буду всех мочить. Я знаю, что вы там. Вот нычка прикольная. Вот прикольная нычка. Так, тут я был. Тут я был. Надо его искать где-то на окраине карты, потому что он в кубик мог залезть. Или нет, ты не такой умный. Ну да. Вот тут ты, вот тут. Вот чувствую, что где-то на окраине карты ныкается. Вот это чувствую, что деревья где-то по углам заныкался. А вот я нашел нычку бомбийскую. Тут просто есть бомба нычка. Почему ее никто не использует, я не знаю. Мас, а что ты вокруг карты летаешь? Кто? Ты. Я не летаю. Я пролетел сквозь одну стенку, чтобы увидеть, что там. Марионетка вот летает. Нет, это не я. Тоже нет. Подожди, марионетка, я был в невидимости, ты не мог меня видеть. Как кошмарная марионетка. Ну да, это я. Подожди, подожди, подожди. Так, я ничего не понимаю, где все? Почему-то карта вроде небольшая, никого найти не могу. Быстро ищите их.
Так, я вижу, Ронакс умер, или он уже был? А, да, уже вроде его нашли были. О, туточка, конечно, имбовая. Залезть в дерево, там внутри сидеть. А, я обойду шукавка. Алло, зачем меня убивать? Ну вот так вот, friendly fire. Я первого убила. Так, а я бегу, бегу, пацанчиков мочить. А я бегу. 5-5. Нигу находить. Опять по кругу карты идете? Да, я хочу тебя найти. Что-то понимаю то, что где-то подстава есть. Я тоже, мне кажется, они где-то заныкались в таком месте, где нельзя ныкаться. Или очень нычка такая простая, и при этом видно всю карту. Сами же сказали маленькие скины брать. Ну, я сказал. Так, фисташка. Это кто у нас? Морти. Так, подожди, а где еще все остальные? Нас только трое? Плагина, я еще остался. Плагин, ну почему ты такой умный? А я вижу плагин. Портал! Говно, не портал. Ты меня не видишь. Кто-то стрелял. Так, давайте здесь прочекаем. Все-таки мне кажется, он там. А я сказал, не на земле, не на ди. А где ты? Может, на воде? Не. Под водой? На листве. На листве. Он опять на дереве заныкался. Да я очень. Ты жук, так нечестно. Я хочу тоже с тобой прятаться так. Так, давайте будем потихонечку так тпхаться. Бульбазаврус. Так, ребята, по-любому мы его найдем. Вот вы же знаете, что рано или поздно мы всех находим. Мы ж не сдадимся, нас уже 1000 миллионов человек. Вот это накрутка. Нормально, да? Преувеличение немножечко. Дай подсказку, ты на дереве? Точно? Да. Да. Высокое дерево или низкое? Не знаю, не могу разглядеть. Ах ты ж лоб. Я тоже такую хочу нычку, где ты сидишь? Так, не давайте посмотрим, ребята, нычку. Вот, нашел я его, вот он. Целюсь. Где ты целишься? Сышь, да? Я тоже. Так. Я слышу чьи-то шаги. Они все громче и громче. Так, значит, он тут сидит. Правильно, я его ищу, в этих трех деревьях. Все обыскиваем деревья. Я вижу. Ой, прикольный звук. Видите его, да? А я кого-то нашла. Мочи. О, Ронакс, ну уже было, дальше. Я каждое дерево облетаю и смотрю. Где же этот челик может сидеть? А его нигде нету. Я кого-то поймала. Я кого-то или поймала. Кто-то. Кого? Я не знаю, я кому-то кошмарик тут. Вижу. Вы бегаете. Кто звук не спамит? Так. Что вы на крыше там делаете? Я чекаю, чтобы убить кого-то. Ой. Я тут думаю чужого взять и пойти. Давай, тоже пойдет. Уже пора его замочить. Главное, нас не мочи. Ага. Для. Ой. Ой-ой-ой. Кто-то рядом. Блин, мне бы с ними сечениями. Это полезно будет. Ну, короче, я на каком-то высоком дереве. Ага, спасибо за подсказку. Нига, я знаю один способ, как тебя найти, но ты меня заставляешь это делать. Прощайте, я не хотел этого делать. А чё так темно становится? А я не знаю, что-то темнеет на карте. Да. Ой, бомбы! Ой, ребят, не хотел! Ты что творишь? Ты что творишь? Да как их активировать? Они не активируют. Ой-ой-ой. Так, смотрим, убил я его или нет. Все, я тебя нашел. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!